Всем привет, дорогие друзья, с вами я, тут мы продолжаем играть в Zero City, и, друзья, сегодня мы с вами поподробнее поговорим об обновлении 1.15.0. В прошлом видео я пару слов сказал, вы дали пару отдельных советов, и, собственно, я хочу всех их объединить в одном видео, возможно, это будет кому-то очень полезно. Да, кстати, мне подарили собаку, смотрите, какая классная, я ее назвал Авророй, и... Вот здесь вот можно посмотреть, кто ее подарил. Подарил ее игрок под именем Шира. Это мой соклан. Я ему выражаю огромную-огромную благодарность. Большое спасибо. Мне очень приятно. Итак, первое, что у нас поменялась следующая вещь. Раньше, а вот по такому клику, можно было одеть любого бойца дополнительного рабочего, да, по той профессии, которая вам нужна. Нужно одеть его в бухгалтера, раз, нажали кнопочку «Надеть», надели. Так было со всеми, кроме ребят, которые у нас помогали ускорять производство тех или иных вещей, ускорять все-все-все, да, но теперь сделали следующую опцию. Если вы заходите сюда и у вас есть лучшие вещи, вы можете нажать вот на вот эту клавишу «Надеть», и таким образом ваш сотрудник, который работает в этом направлении, будет одет в нужную форму. То есть, соответственно, если он работает на производстве химикатов, то сюда нажимаете. Если над ускорением производства, то нажимаете сюда, и все получается. Сразу отсюда же, мы вот можно даже было оттуда посмотреть, сразу отсюда же мы видим, что вот здесь вот появилась кнопка, которая добавляет сортировку вещей. Вот они, видите, там нажимаем эту кнопку, и он у нас открывает вот эти вот все дополнительные вещи, которые у вас есть. Так, далее, друзья, у нас есть обновление во время рейда. Начинаем рейд, размещаем лучших, заполняем все, что мы там с вами заполняем, как обычно, да, в общем, здесь никаких изменений нет. Есть одно маленькое изменение, но мне лично оно сильно облегчает прохождение вокзала. Но, друзья, сразу скажу, что это не прохождение в плане добиться лучших успехов, а просто комфорт по непосредственно самой процедуре прохождения. Так, нажимаем «Подтвердить». И вот давайте посмотрим с вами. Значит, смотрите, у нас есть 6 скиллов, да, которые мы используем. Ну, у кого-то это, наверное, меньше. Хотя нет, наверное, на этом уровне у всех уже по 6. Так, и вот мы, смотрите, используем скилл. И раньше для того, чтобы зайти в следующий бой, у вас выдавалось сообщение о том, что у вас есть скилл, хотите добавить. И вы заходили вот сюда и добавляли. Теперь этого не надо. Смотрите, мы сразу нажимаем в бой. И никакого сообщения не выходит, а автоматом из ваших запасов добавляется вот эта вот та функция, которая у вас была до этого. И это значительно ускоряет, в общем-то, прохождение. То есть вам не нужно заходить, если вы используете вот эти вот скиллы, для того, чтобы пройти к следующей миссии. Следующее нововведение, которое у нас появилось, у нас выглядит вот таким вот образом. Сейчас попробую вам показать его, это будет немножко сложно, но я попробую. Так, давайте-ка еще раз выбираем точку, выставляем войска, нажимаем «Готов» и уходим домой. Да что ж такое-то? Сейчас должно выйти сообщение о том, что игрок выставил свои войска, но, наверное, не выйдет, потому что он слишком быстро их выставил. Ладно, сейчас попробуем. Вот, видите, выходит сообщение: отряд союзника готов к бою в бункере. Но это вышло бы чуть-чуть попозже, чем у вас раньше такой штуки не было. То есть теперь, когда вы глава непосредственно миссии по хождению в бункер, вам будет приходить такое сообщение. Если вы находитесь на обратной стороне, то есть вы игрок ведомый, то вам выходит сообщение о том, что выбрана новая точка. Но это было уже раньше, а вот такого сообщения еще не было. И я вам хочу что сказать, что у нас сейчас есть очень большое количество мест в нашем альянсе, поэтому если у вас есть желание вступить к нам в альянс, то, пожалуйста, приходите. Альянс называется тут латинскими буквами, ну или английскими. Единственное,
ограничений как бы никаких нету. Единственное, мы приглашаем именно активных игроков, которые много ходят на арену, много ходят на войну, ну, так, чтобы вы приносили звезды. Потому что, естественно, если звезд будет мало, то рано или поздно мы с вами вынуждены будем расстаться. Так что я думаю, что лучше в таком случае даже и не вступать. Поэтому, если есть желание, если вы активны, пожалуйста, приходите, мы вас с удовольствием встретим. Если вы знаете еще какие-нибудь фишки нового обновления, пожалуйста, пишите под этим видео. Огромное спасибо еще раз тем, кто сообщал мне то, что он заметил ранее. Приходите еще, будет много всего интересного. Всем пока-пока.